Друзья, всем привет, с вами Артём. И это, соответственно, канал Артём Видео Геймс. Сегодня решил записать для вас новогоднее поздравление для всех моих подписчиков, для тех, кто меня смотрит. Да, нас пока что всего 100, то есть это очень немного. Но я знаю, я верю, что в будущем нас будет тысячи, несколько тысяч, может быть, сотни тысяч. Да там, чем черт не шутит, может и миллион, а может 2-3. Ну да, посмотрим, как получится. Вот. В общем, поздравляю с наступившим Новым годом всех, у кого он уже наступил, с наступающим, у кого он еще не наступил. Но это еще будет зависеть от того, когда ты смотришь это видео, как бы вот до 12, после 12, в каком часовом поясе же, ну, вы, в принципе, понимаете. Вот, поздравляю всех, кто на меня подписан, всех друзей, всех близких, всех, кто меня смотрит, да и, в принципе, всех-всех-всех. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, побольше денег, соответственно, потому что ситуация сейчас с деньгами у многих очень проблемная. И желаю всего-всего самого светлого и самого доброго в этом мире. Вот, и в качестве небольшого новогоднего подарка я подготовил для вас небольшую подборку. Подборку того, как мы играли в 2020 году. То есть вспомним самые прикольные, несуразные моменты наших летсплеев в 2020 году. Вот. Ну и еще раз. Всех с наступающими, с наступившими, у кого как, праздниками. И увидимся мы теперь с вами в новом 2021 году. Ну все. До новых встреч. Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного облегчения, кто какает, и всем приятного просмотра. На тебе по руке прям. Убил в руку, нахуй. Ты нам нужен на орудии. Я на орудии, а я не умею. А меня никто не учил. А мне что делать-то? Хуяси он там. Что делать-то? На тебе в жопу. Да, еще. Я все очко сейчас продырявлю, сука такая. Ты смотри, блядь, он еще отстреливается, лежит, щенок, блядь, а? Ну давай-ка я съем аптечку и пизда ему нахуй. Нормально. Шрама на теле пусть будет так, гениталии. В смысле нет? Он что, без яйцевый наш, что ли? Ой, блядь, вагина. Твою ж мать, а? Вот теперь точно, дети от экрана. Пенис, пенис 2, блядь. Пенис 1 покороче, блядь. Так, лучше пусть будет без яйцевый. Куда едем? Храм Святого Михаила, прямо к нему. Прям к Михаилу едем. К святому, блядь. Спи, блядь. Ой. Так, не надо нам радио. Ой-ой-ой, ну подтолкните, ну хули вы селят, сидеть, блядь, сидят два пидармота. Маленько, можешь подтолкнуть ты меня было, нет? Давай, 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 давай. Ну, блядь, я хочу домой. Я, сука, хочу домой. Ебучая тарантайка, блядь. А, следующий пошел, чернокнижник. Тоже кино старый чернокнижник был, какие-то там 80-х, блядь, или 70-х. О, Рэм. Я этого возьму. Джет-кундо, смотри, Брюс Ли. Имитация Брюс Ли. С кривыми ногами только какими-то, правда. Такие финты так не делают с ногами, чувак. Чпок, нахуй, в тыковку прям, на, маваши. Да нет, ты чё, сука, блядь. Не стреляй! Ложись нахуй, сука! Режиссер Квентин Тарантино. Главный роль Квентин Тарантино. Продюсер Квентин Тарантино. Массовка Квентин Тарантино. Да суки, вы чё, бля, делаете-то, мать вашу, а? Да, да, смотри как. И рукой такой, ааа, всё, щаси. Щаси. О, бля, граната, граната. Не-не-не-не-не-не-не! Не, ну вы чё? Четыре голых мужика, ну это бить, четыре вонючих, потных, голых мужика. Блять, кого я везу? Иди отсюда, в стрингах, пидорас.
Подходит такая, говорит, ты что тут сидишь? Ты кто такой, блядь? Я говорю, иди нахуй, я тут просто сижу. Она говорит, меня не предупредили. Я говорю, я сам, блядь, пришел без предупреждения. Короче, пошла она нахуй, и все нормально. Ух ты, ёб! Вот тупо бежим, понял? Лому, блядь, изо всех ног, нахуй, и рук, блядь, и я не знаю, и подпердого еще, чтобы ускориться, блядь, понял? Ты кто такой? Чё ты там буробишь, мать твою? Чё ты там говоришь? Что ты меня трахнешь? Да пошел ты в жопу, говно собачье, жлоб вонючий. Я тебя сам сейчас трахну, падла грёбаная. Я тебя буду трахать до тех пор, пока мои яйца не отвалятся, блядь. Блядь, еще один такой гандон, и тут полкомнаты запердеть можно из-за него. Тварь такая, а? Отлично. Охуенно, прелестно просто. Бам. Никто не одолжит мне сотовый. Зачем? Позвонить психиатру? Всех с наступающими праздниками. Всем добра, любви, счастья, крепкого здоровья. И всем пока.